Хотите выжить? Хотите, чтобы ваши внуки и дети жили в процветающем государстве? Хотите, чтобы они унаследовали великую страну? Хотите сами жить хорошо и не задумываться о том, что вам не будет завтра, что кушать, и чтобы у вас был мир? Подписывайте иск. Не хотите? Выбирайте любой другой вариант. И, в общем-то, мы-то своего все равно добьемся, и победа все равно будет за нами. Только вопрос будет в том, а что вы сделали для этой победы? И вот моему папе было очень обидно, когда я у него спрашивала, что сделал ты, чтобы твоя страна не развалилась. Какое ты принял участие? Он очень долго на меня злился и обижался. Но потом все-таки пришел к выводу, что он не сделал ничего для спасения своей страны. Сейчас, если не будет России, не будет вас. Понимаете, не будет физически. Вы зря думаете, что все там кто-то что-то порешают. Хотите жить, подписывайте иск. В общем-то, все достаточно просто.